Ямал начал движение в сторону Мурманска. Перед этим ледокол оставил на острове Большевик экспедицию Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета. Семеро ученых расконсервируют научно-исследовательскую станцию и проведут ряд исследований. Работа экспедиции продлится 1,5–2 месяца. Решение о дальнейших высадках станции будет принято по конкретным результатам исследований. Напомним, что дрейфующая станция СП-40 была организована 1 октября 2012 года. За 250 суток она продрейфовала в Северном Ледовитом океане более 1500 километров. В мае этого года льдина, на которой находилась дрейфующая станция, раскололась и возникла необходимость срочной эвакуации. К полярникам атомоход «Ямал» подошел 8 июня, откуда несколько дней спустя взял курс на архипелаг «Северная земля».